Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саудитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Джано Самаюктам Винда Банам Мануха Ванча Калпатару Веща Кипасинда Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Вибхьо Наму Нама Мукхан Кароти Бачаланг Пангун Лангхайте Гирам Ят Кипатам Ханга Ванде Парамананда Мадава Бриндавай Тулсиде Вайпиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Наму Нама Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттама Девин Сварасватин Вясам Тату Джайо Дира Шанкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамадакша Джагодварун Дейям Сада Парибхавагнам Виштадухам Титасвадам Сивабиранчанатам Сараньям Битатихам Панатопала Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Яд пад паллавана качанда мани чатай Биспуриджита кима пикупабудушва дарши Пурнану раграсу сагару сарамурти Сарадхикамай кадам кифам кироси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджану ламбита бхужау канука бадату, Санкиртанай кавитару камала йотакшу, Вишамбару диджавару джугадхарма палу, Банде Ягат Приякару Каруна Бхутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раваниа Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Фагам Нараяно Прияманга Мадапхарам Барамаси Пурапати Бхаджаби Шанатам Ваги Шаджаша Бадане Лакшмир Джасача Вакшаши Ясастиде Самбит Вам Шингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна
Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Балаван Адара Джасана Сат Гуру Падам Бхаджи Сутоирапитасо Сасастра Кришне Бхакти Наджаяти Балаван Индриограм Балаван Индриограм Балаван Индриограм На Сат Гуру Падам Бхаджи Сутоирапитасо Сасастра Кришне Бхакти Наджаяти Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад Гаурия Гоштипати. Сила Прабхупад Гаурия Гоштипати, он сказал, что обусловленная душа никаким образом не может достичь подлинного блага. Обусловленная душа своими собственными личными попытками, она никогда не сможет достичь подлинного блага. Но очень часто Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад, он говорил, что мы должны прийти в полную гармонию с Рупануга Гурваргой. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад, он очень часто говорил, что мы должны прийти в полную гармонию с нашей Рупануга Гурваргой. Шрила Прабхупад, он использовал такое слово, которое значит, что мы должны быть полностью без всякого остатка, быть в гармонии с нашей Гурваргой. И вот сердцем Гуру Падмы и сердце подлинного ученика, оно должно быть неотлично от сердца Садгуру, и тогда это зовется полной гармонией. И что Нарутам так говорит в своих киртанах, вот эти слова. И это зовется полная гармония. Мы не находимся в полной гармонии с нашей Рупануга Гурвагой, Бхактивинода Такура. И поэтому мы не можем получить результат от этого, не можем совершать служение. Единственная причина, по которой мы не обретаем подлинную бхаву, подлинное благо, это то, потому что мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. И в другой день я говорил, то, как далеко мы отклонились от пути, указанного Шрилы Прабхупады. И вот под руководством Вишвайшнава Раджа Сабхи я говорю об этом. И вот суть в том, что если мы отклонились от лотосных стоп Шрилы Прабхупады, то тогда Гаудия Бхаджан, он невозможен, вообще невозможен. Под именем Харикатхи, Харикатхи, Харибаджан и Харикатхи, так много всякой ереси происходит, бесчисленные вопросы приходят ко мне. Что делать, что не делать. И вот кто-то уже принял прибежище у какого-то гуру. Мы не заинтересованы в критике. У нас нет времени критиковать кого-либо, но я хочу показать одну подлинную сиддханту, то, что Гуру Падма хотел сказать и показать нам всем. Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур сказал, что Бхадра-дживы, обусловленные дживы, они полны анартх. Все знают, что они находятся в анартхах, и кама, кродха, лобха, мада, мацарджи и все остальное есть в них. Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур говорит, кама, кродха и все остальное, мацарджи, мы не можем вот эту зависть, точнее, ревность использовать в служении Кришне. И вот Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур говорит, что все эти кама, кродха, моха, мацарджа, все эти шесть этих недостатков, они действуют как наши враги. In front of Nishimadeva,
И вот Прохлад Махарас говорит это перед Нарисимхадевой, но Бхактинон Такур говорит, что если Капататы нету, лицемерия нету, то в этом случае, по милости Гуру и Вайшнавов, мы можем уйти от опасности. Мы очень просто можем определить. Мацарджу, ревность мы не можем использовать ни в чем в Харибаджане, но все другое, кама, кротха, лобха, мода и все остальное можем использовать так или иначе. Нарутам Такур, он уже предупредил нас, он показал нам, как применять все эти вещи в Харибаджане, но Мацарджана очень опасна. Мы можем определить, что кама, кротха, лобха, мы можем это все определить, но Капатата, она очень опасна, лицемерие очень опасна. И это наш такой скрытый враг. И вот это лицемерие, лживость, это наш скрытый враг, которого не так просто определить. В другой день я говорил, что имперсонализм или майявада, они могут прийти в различных бесчисленных формах к нам. И это практически невозможно для нас определить их. Но чистые гуру вайшнавы, они запросто могут определить их и арестовать, поскольку у них сердце настолько чувствительно, а другие люди, они не могут определить этого. И в какой форме это Мацарджа может прийти к нам, чтобы скинуть нас с пути Бхактинот Дары, даже во сне мы не можем представить. И вот Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур говорит, что Капатата – это наш скрытый враг. И Рагхунатх Дас Госвами также пишет в Мана Шикше, в этих шести шлоках. Дахаси катхам атманам опимам, сада твам гандхарба гиридхаро падо премо биласат судамбхо снатва самопи нитурам манчо сукхаю. Аре четохо прадад капата кутинати бхаракхаро. И вот это шлока. И таким образом Рагхунатх Дас Госвами, он также говорит, что Капат Бхава, лицемерие, оно очень опасно. Если у нас нет качеств в сердце преданного, то есть если нет никаких достоинств, никаких качеств, но все же по беспричинной милости Гуру и Вайшнавов мы можем обрести все. Единственное, мы должны быть, наше сердце должно быть очень чистое, никакого лицемерия и двуличия не должно быть там. Капат Бхавы не должно быть там. И вот Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур говорит, вот путана – это символ лицемерия, символ двуличия. У нас есть путана в нашем сердце. И эта путана нас постоянно помещает в какие-то проблемы. И вопрос, почему такое лицемерие Капат Бхава, оно приходит в наше сердце? Какова же коренная причина этой Капата Бхавы? Почему люди, они являют такое двуличие и лицемерие? В чем же причина? Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур говорит, что мы хотим обрести пратиштху, то есть желание пратиштхи, ложной пратиштхи, ложной славы, почета и уважения, и
И из-за этого Капатата приходит, чтобы обрести пратиштху. Нужно показать себя в каком-то хорошем ключе, что мы очень там моральны, очень делаем все, что нужно, ведемся хорошо и прочее. И это такая идея. И вот Капатбава, она есть, поскольку мы хотим показать себя как великий преданный. Это пратиштха, желание пратиштхи. И если есть надежда пратиштхи, желание славы, почести и уважения, то вот, например, если мы хотим получить славу, почет, уважение, то люди не скрывают свои какие-то недостатки автоматически. Такая Капатата приходит, пратиштха Аша и Капатата, я имею в виду лицемерие, они друзья, можно сказать, находятся всегда друг с другом. Если есть что-то одно, то второе тоже появляется автоматически. И вот Капатбава, она есть, и поэтому я хочу вам показать себя в том или ином виде. И вот я уже сказал, что имперсонализм и майявада, она может в различных формах появиться. Иногда в форме сострадания, в форме смирения внешне. И не все могут понять, что это майявада. И далеко не каждый может понять. И поэтому я говорю о различных системах, процедурах, как определить. Иначе вы можете совершать баджан очень долго, но все же вы не факт, что сможете получить результат. Те, кто обманывает вас под именем Харикатхи и Харикиртана, я хочу поклониться им, поскольку они прямо или косвенно, они мои шикшагу, они показывают, что не нужно делать. Если делать, то какое плачевное положение мы попадем из-за таких действий. И поэтому пытайтесь вести себя должным образом, жить достойной жизнью. И берите вот пример всех, кто делает то, что не надо делать. И вот можно видеть, какие плачевные, какое плачевное положение они попадают. Это урок для нас. И вот какие-то преданные могут разгневаться, но это моя обязанность, что делать. Перед смертью я должен сделать все это, я должен все рассказать и объяснить и проявить абсолютную истину. И вот если вы совершаете баджан бесчисленное количество времени, то вы не сможете стать успешным. И поэтому, хотите вы или не хотите, это не столь важно. Вы должны следовать всей этой сиданте, чтобы защитить себя на пути баджана. И вот мы привыкли получать ложную пратиштху. Подлинная пратиштха значит вайшнави пратиштха. Это в этом нет никаких проблем. Вайшнави пратиштха, тата кураништха. Вот в этой шлоке, если я отказываюсь от вайшнава пратиштхи и хочу пойти в какое-то уединенное место и просто повторять харинам, то мы получим в таком случае наказание от Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. И вот суть в том, что под именем Харибаджаны Харикатхи мы узнаем что-то, что нет в Бхактивинодаре, и в этом главная проблема. Главная проблема, почему мы не достигаем успеха в баджан. И вот в начале всего
мы должны пытаться понять, есть ли какое-то лицемерие в нашем сердце или нет. И если нет никакого лицемерия и двуличия, то любые проблемы другие, которые могут быть у нас, то это не такие проблемы на самом деле. Вот в этом киртане говорится, что если наш Гуру Махарадж, он аналитически подумает, какие достоинства у нас есть, то не получим дикши в этом случае от Гурудева, поскольку у нас нет достоинств и прочих качеств для получения дикши. Но это опять же не значит, что мы можем злоупотреблять его милостью. Если Гурудев пролил на нас свою беспричинную милость, это не значит, что мы должны злоупотреблять этой милостью. И это оскорбительно, это майявада. Если кто-то так делает, то это доказывает, что он майявади. Шрила Прабхупад в Патравале, в своих письмах, он пишет, что день за днем майявади, они приходят в вайшнавское общество, чтобы получить дикшу, харинам, саньясу или даже стать ачарьей. Шрила Прабхупад говорит в нескольких словах, а я объясняю это. Шрила Прабхупад говорит, постепенно, день за днем, майявади, они приходят, чтобы присоединиться к Гауди Вайшнавскому обществу. В этом главная проблема, но мы настолько глупы, что мы не можем их определить, кто майявади, кто имперсоналист, кто еще, кто, и в этом главная проблема. И вот за бесчисленное число времени, если мы совершаем баджан с лицемерием в нашем сердце, то никогда мы не сможем должным образом совершать харибаджан. В этом главное. И как я говорил в тот день, иногда какие-то майявади в форме вайшнавской одежды, и Шрила Прабхупад снова и снова говорил нам, что до тех пор, пока есть настроение майявады в нашем обществе, если тем более он преобладает, это майявада вичар, то тогда не может быть никакого должного решения для шудда бхакти, для чистой преданности. Шрила Прабхупад сказал, что по милости Сваруп Гасая, по милости Сваруп Гасая, он лучший, он авторитет для нас, Сваруп Гасая, он предводитель всей Гауди Сампрадаи. И Шрила Прабхупад говорит, по милости Сваруп Гасая, мы должны выгнать всех этих майявади с нашей намахаты. Мы должны определить и выгнать всех майявади, как детективы находят преступников, так и мы должны выгнать этих майявади. Какой-то преданный вчера сказал, что вы, что вы этот буквально с разведки духовного мира. Но нет, я по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура хочу донести что-то до вас, но мы одним за одним должны определить этих майявади и открыть их другим, то есть показать, что они, кто есть на самом деле. Сейчас нет никакого недостатка денег или еще что-либо, а единственная проблема, как защитить нашу сиддханту, сиддханта Вани и Гауди Вайшнавское общество, это главная проблема, это самый тяжелый вопрос. Шрила Бхактивинода Такур говорит, день за днем эти майявади, они приходят в различных формах, чтобы присоединиться к нашему обществу, чтобы создать проблемы в нем, и под руководством Сваруп Гасая мы должны поймать их и выгнать из нашего общества.
так или иначе, если вы идете на компромиссы с ними, то тогда вы не сможете защитить свое общество, свой матх в должном смысле. Может, праздники какие-то, бандары проходят и прочее, но духовного улучшения, как показано Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуром, не будет. И вот под руководством Сваруп Госвами мы должны определить всех этих майавади одним за одним и выгнать их из нашего общества, иначе вот день ухода и вот Намахата это главное, это крыло Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Если вы хотите какой-то мусор принести туда, осквернить это, то нет никакого решения, что делать. Я хочу показать вам, что Сваруп Госвами даже был милостив по отношению к Чхота Харидасу. Я хочу показать вам этот пример из Шри Чайтанья Чаритамриты. Если вы изучаете Шри Чайтанья Чаритамриту под руководством чистых гуру Вайшнавов, то вы увидите, что Сваруп Госвами очень строг, но все же Сваруп Госвами, он попросил Махапрабху ради этого Чхота Харидаса, маленького Харидаса. Он сказал, что тот совершил ошибку, но Махапрабху не простил его. Я много раз говорил о брахмачари, о саньясе, очень строго, особенно те, кто поддерживает брахмачари и саньясу. Но это не значит, что я поддерживаю Джуши Цангу. Я никогда не говорил так. Никогда не думайте, что Махарадж, если говорит так, так строго по отношению к саньяси брахмачари, и он снисходителен к Матаджи. Нет, это не так. Матаджи, они тоже... Они должны избегать Джошит Санги. Джошит не значит Камини Джошит, Канчан Джошит, Пратиштха Джошит. И такое руководство можно найти только в Гаудимадхи и нигде больше. Ни в какой вселенной вы такую сиддханту не найдете. Шрила Прабхупад говорит, Матаджи, если они привлечены кем-то, ну, противоположным полом имеется в виду, и вот они так могут соблазнить каких-то людей в отреченном укладе жизни, внешне могут как-то с мягким сердцем показаться, очень так подойти очень мягко, но они как леопарды. Вроде как ходит очень красиво, изящно, тихо, но хватает какого-то брахмачари или саньяса за шею и уводит. И вот как мы можем ожидать, что сила придет в нашу жизнь? Как мы можем обрести силу, просто если мы получили дикшу от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, то просто получив дикшу, это не значит, что мы обретем силу, как Рамачандра Пури, например, получил посвящение от Ишвара Пурипада, но ничего не получил. А почему другой ученик получил всю милость Гурудева? То есть, смотрите, не все ученики Гурудева, они обретают одинаковую силу. Не значит, что все ученики Гурудева, они все по-настоящему получили посвящение. И вот меня спрашивают, что кто-то, вот я так или иначе получил посвящение вот такого-то, такого-то гуру, вот вы слушаете Харикатху долгое время, слушаете Гауди Сиддханту, и
вы должны понять то, что дикша значит дивья гьяна. И если кто-то дает вам, ну, какое-то знание алфавита, например, ну, что-то такое предварительное, то, ну, такое посвящение, и кто-то, если дикша это называет, то толку нету в такой дикше без всякого сомнения, согласно Сиддханте Шрилы Прабхупады. Если вы оставляете садгуру, подлинного вайшнава, то тогда это оскорбительно. Гуру Тьяк, он оскорбителен, иначе если оставляете какого-то, ну, непонятного гуру, то это не оскорбление. И вот Шрила Прабхупад говорит, Сваруп Гасай попросил за маленького Харидаса, что он совершил какую-то ошибку, но Махапрабху не был готов простить его вообще. Но этот Сваруп Гасай, он не позволил этому Пракрита Кави, материальному поэту, он был майявади. И Сваруп Гасай очень разгневался и на него, и тот испугался. И вот Сваруп Гасай никогда не позволял таким Пракритакави, материальным этим поэтам, майяваде, Сваруп Гасай никогда не позволял им приходить к Махапрабху. И вот я хочу напомнить вам, что Махапрабху говорит, вот он пел такой киртан. Почему Махапрабху вот такие слова повторял, этот киртан? Он вроде харинам всегда повторял, но вот в этом случае вот другой киртан пел. А почему? Потому что Южная Индия полна майявады, всякого имперсонализма и прочих вещей. Они не понимают бхакти, что такое настоящая бхакти. И поэтому Махапрабху, он дает нам такой урок, что если мы должны помнить, что мы не должны совершать никакой асатсанги. Я всегда, кто-то думает, что он очень хитер, избегает асатсанги, но нет. Не каждый столь умен. Большинство людей просто глупые, думают, что они умные. Ну, каждый думает о себе, что он очень разумен, но вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что все разумные, но они разумность измеряют своими собственными измерениями. Но это в сравнении с кем сравнивать? Они разумные в сравнении с своими собственными измерениями, но в сравнении с Кришна и Кришна Чайтанья Махапрабху они глупые. Что значит асатсанга? И вот 10 минут назад я обсуждал, что те матаджи, они думают, что только брахмачари и саньяси, они могут совершать джишитсангу. Нет. Вы тоже можете совершать, они тоже могут совершать джоситсангу. Если какие-то женщины привлекаются кем-то, то это тоже джоситсанга. Йошит – это слово значит склонность к наслаждению. Она может явиться в форме женщин, мужчин, или в форме денег, или власти, или украшений, богатства, и славы, почести, уважения и прочих бесчисленных формах. А что Шрила Прабхупад хочет сказать? Смотрите, Сваруп Гасай настолько строг, но все же Сваруп Гасай, он попросил у Махапрабху за Чота Харидаса, что он сделал. Прошу
пожалуйста, прости его. Махапрабху был очень строг, но он сказал, что если ты будешь еще раз напоминать мне про него, я уйду с Нилачала. И тогда он Сауроб Гасай сказал, нет, оставайтесь с нами. И Шрила Прабхупад говорит, и вот Махапрабху, каждое его действие – это большой урок для нас. А как это понять? Только под руководством чистых гуру и вайшнава все время, каждую часть секунды, что делает Махапрабху, что Шрила Бхактивинода Тхакур делает, что Шрила Прабхупад делает. Это все великий урок для нас. Мы очень глупы, находимся рядом с гуру и вайшнавами, но мы не можем понять их настроение. И вот мы находим какие-то недостатки в них, это наша цель, поскольку мы эти майвади и те, кто находит какие-то недостатки в чистых гуру и вайшнавах, то, несомненно, они майвади. И те, кто говорят, что мы должны редактировать все, что написал Шрила Прабхупад в «Гармонисте», это журнал, который опубликован Шрилой Прабхупадой, это их слова говорят, что они несомненно майявади. И когда наш Ишвар Пурипад, он попросил Нимая Гуранга Махапрабху в то время, Ишвар Пурипад, он попросил Махапрабху, пожалуйста, проверьте эту книгу, я написал эту книгу на тему Кришна Лиламриты, можете ли проверить, есть ли какие-то ошибки или нет здесь. Махапрабху сказал, если чистые преданные что-либо пишут, в этом не может быть никаких недостатков, и я не буду редактировать твою книгу. Это невозможно. Махапрабху сказал, пытайтесь поймать этих майявади, может, они образованные какие-то уважаемые люди, но нужно обличить их и выгнать из вишавайшнава раджа сабхи, иначе, если мы будем совершать баджан долгое время, то все будет осквернено. Чтобы спасти себя от вот, коронавируса, кто-то пользуется этим дезинфектором, масками, но, к сожалению, не думает о том, как защитить свое сердце от осквернения майявадой, и это гораздо более опасно. И вот смотрите. И вот как майявада приходит к нам, мы должны понять вначале. И вот смотрите. Сваруп Гасай, он мог попросить даже за Чода Харидаса, но все же Сваруп Гасай не мог позволить Пракрита Кави, этому майявади имперсоналисту, прийти к Махапрабху. И те, кто майявади, как они являются в бесчисленных формах, я могу показать, каким образом они являются и как можно попасть в проблему из-за них. И если кто-то говорит, что нужно редактировать «Гармониста», то есть этот журнал Шрилы Прабхупады, или переводить с эти статьи Шрилы Прабхупады, но переводить имеется в виду с русского на понятный. С, как бы со старого английского на новый, но в процессе смысл теряется вот в этом, или искажается, в этом проблема. Вот во времена Шрилы Прабхупады вот были какие-то эти люди, которые хотели вставить какие-то необычные слова в киртаны Лочандас Такур. Они хотели осквернить его киртаны. И даже старый Бхагаватам, если принести, который лет там 70-80 или 100 лет назад печатался, то можно увидеть, что какие-то пандиты с этим
они хотели воспользоваться, получить какие-то преимущества для себя, поэтому они исказили слова Вьясадева, дописали что-то от себя. Даже в Рамайне, вы знаете, Рамайна одна была составлена одним царем, он дал ответственность одному поэту Кави, Киртибас Боджа его звали. Я открыто говорю, поскольку не боюсь ничего, и по указанию этого Шакты, царь был Шактой. И вот по указанию этого царя Шакты, царь был Шакта, не Вайшнав, он изменил какие-то слова там, и те, кто читали, соответственно, осквернялись, и как же защитить от этого. И там говорилось, что Рамачандра построил этот мост на Ланку через океан. И вот они там писали, что Рамачандра Дурге поклонялся, и 108 лотосных цветов предлагал, и каждый раз, когда не хватало одного цветка, хотя он пересчитывал, и Рамачандра, он вырывал свой глаз и предлагал лотосным стопам Деви вместо цветка. И смотрите, как это отвратительно. Понимаете, какую ересь они дописывают. Это все майавади. Глупцы во Вриндаване. Так много может кто-то красиво говорить, все слушают, восхищаются. А когда его лекция Харикатха заканчивается, его тот так называемый великий ачарья, так называемый сампрадай, предлагает результаты этой харикатхи, которую только что говорил стопам Катайни Деви. Смотрите, они даже простых вещей не знают, что харикатхана не отлична от хари. И если чистый преданный говорит харикатху или какой-то наемный лектор, это разные вещи, но когда чистые гуру вайшнавы говорят харикатху, то это харикатхана не отлична от хари. О, Нарада, когда мои чистые преданные воспевают мою славу, то тогда будь уверен, я присутствую там. И вот, после того, как Харикатха вот закончилась, такие вриндаванские лекторы предлагают ее результаты стопам Катайни. И это глупо, поскольку предлагать Кришну стопам Катайни – это глупо, и Катайни очень разозлится и отрежет вашу голову. Но имеется в виду, никогда бхакти вам не даст. Но такие люди получают уважение, почет, славу отовсюду, как ни странно. Но это не значит, что мы должны следовать такой процедуре. Они прыгают в этот океан Майи. Но это не значит, что мы должны делать то же самое. И следовать им, мы должны делать то, что сказал Шрила Прабхупада, и насколько мы отклонились от лотосных стоп и от пути Шрилы Прабхупады, это мы должны обнаружить, если это произошло, и вернуться на его путь. И чистые преданные, они могут помочь нам, если у нас нет никакого лицемерия в нашем сердце, и если кто-то переводит то, что написала наша Гурварга, или редактирует, то они не должны менять ничего, никаких, даже никакой пунктуации. И кто-то возмущается, что там старый английский, например, но какой толк от этого? Нужно дух
понимать того, что написано, а старый английский или новый, это не столь важно. Шрила Прабхупад говорил, что вы не можете ожидать какой-то красивой лекции от меня, и я тоже говорю об этом. Вы не можете ожидать какой-то красивой лекции от меня, поскольку я не университетский лектор. Вы не можете ожидать какого-то красивого языка, поскольку я не лингвист. А что вы можете ожидать от меня? Сасмин Баван Чакешаве, то прямое чувство, которое я получил от моего Гуру Пад Падмы, этим я могу поделиться с вами. Язык не столь важный фактор, хотя язык, конечно, хороший, если очень красивый, и я не могу менять язык Шрилы Прабхупады. Если буду делать это, то получу наказание. И те, кто меняют слова Шрилы Прабхупады, или дух вот его статей, его книг, его журналов, они будут наказаны, они навечно попадут в ад и не смогут обрести бхакти, а будут только деградировать и деградировать. Я завтра буду говорить об этом. Первое то, что Майявада, она может прийти в бесчисленных формах к нам. И Сваруп Гасай, он может как-то поощрить Чота Харидаса, но Майявады он никакой не позволит. Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока Майявада, она обладает в этом обществе, то мы не можем утвердить чистую преданность. Бесчисленные люди, бесчисленные преданные, они следуют этим Майяваде. И как я могу защитить их? Есть такой большой рынок Майя, который организовала Майя, и различные магазины там Майявады, они открывают такие привлекательные места, где привлекают какой-то красивой философии людей, и люди с их своей миссией, и с каких-то прочих майявадских миссий, они тоже открывают свои эти места проповеди. И как же защитить вас, поскольку вы независимы, не находитесь под руководством чистой Гуру Вайшнавов? Шрила Прабхупад говорит, мы не можем избавиться от этой майявады. Чтобы защитить себя, единственный путь открытый перед нами, Шрила Прабхупад говорит, только и только мы должны следовать чистым Гуру Вайшнавам. Единственное, что мы должны делать, это следовать чистым Гуру Вайшнавам, чтобы защитить себя от майявады, имперсоналистов, кармы, гьяни и прочих. Это единственный путь. И тогда мы сможем развить эту чувствительность благодаря Гуру Вайшнава Севе. И тогда мы сможем все очень просто понять. И вот майявады могут прийти. И те, кто меняют то, что написал Шрила Прабхупад, они очень горды. Говорят, что это его английский старый, нужно на новый поменять. Но это они майявады, такие люди, они не вайшнавы, которые меняют изначальные статьи, изначальные слова Шрилы Прабхупады. И вот каких-то 20 лет назад был большой спор на тему вот этих двух шлок из Падмапураны. Майявада асат састрам. Вот насчет этой шлоки. В Кали-югу есть 4 сампрадаи. И те, кто следует этим чистым сампрадаям совершенно, они могут обрести силу,
а другие, кто не следует, не могут соответственно. Они должны иметь связь с одной из четырех авторитетных вайшнавских сампрадай. И вот Махапрабху говорит, я не могу отредактировать твою книгу, это невозможно. То, что пишут чистые преданные, это всегда совершенно, мы должны иметь такой дух, Махапрабху говорит. И таким образом мы находим то, что если мы меняем то, что написал Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакура, это оскорбительно, и мы будем наказаны за это в ближайшем будущем. И вот иногда какие-то обусловленные души, они просят меня, что вот какой-то ачарья попросил меня написать какую-то статью для ихнего журнала. А я говорю, что вы думаете, должен я написать или нет? Ну, тут кто-то спрашивал, а я говорю, что вы глупец. Почему? Поскольку они хотят вас в ловушку поймать. Как на собраниях, вот такие, ну, какие-то люди очень хитры и знают, как поймать вас, заманить в ловушку и поймать. Вот во время собрания кого там вот, приглашают рассказать что-то перед публикой, хотя такие люди, которых приглашают, не знают ни сиддханта, не знают, как говорить, а просто, чтобы дать вам какую-то ложную практичку. Они знают, что если вот дать практичку какому-то конкретному человеку, то тот привлечется, и можно использовать его энергию для своей собственной славы. И такие люди, они не используют ваши силы, ваши деньги, вообще, что у вас есть ради служения Шрилы Прабхупады. Я, прикасаясь к Нарасимхадеву, могу заявить об этом. Они не используют это для служения, для проповеди Гуравани, а используют для своих личных целей. I already did with a lamination of, with a very, you know, nice lamination of gentle behavior, softness, trinadavi. It's not actually trinadavi. И вот какие-то люди с такой как бы и смирением вроде как приглашают вас, а в итоге делают своим слугой, и вы попадаете так в ловушку таким образом или просят что-то написать для ихнего журнала. Хотя мы уже знаем, что человек, которого просят написать бестолковый, ничего не знает и толку нету от того, что он напишет. Хотя есть бесчисленные статьи Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура, Кешава Госвами Махараджа, Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, но они лежат, и никто их не публикует, и, к сожалению. Еще такие люди попадаются, которые готовы продать всю старую библиотеку, чтобы никаких доказательств не было, что раньше происходило. И вот в новых версиях вот Падма Пураны мы не можем найти вот эту шлоку. Вот эту шлоку о том, что есть четыре сампрадаи, авторитетных сампрадаи. И вот такие люди, которые и переписывали Падма Пурану, они из этой Падма Пураны эту шлоку убрали, чтобы что они преследуют свои корыстные цели этим. Иногда что-то добавляют, иногда что-то убирают, но не каждый может понять это. И вот мой вопрос в том, хотя есть бесчисленные статьи Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура, Кешава Госвами Махараджа,
Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, они ждут, чтобы быть опубликованы, а просят написать статьи каких-то совершенно бестолковых людей, которые ничего не понимают, а просто делают это, чтобы поймать вас в ловушку. И такие люди обычно не позволяют чистым преданным говорить, они всегда избегают их, поскольку если они придут, чистые преданные придут к ним, то они испугаются этого, они боятся, поскольку они знают, что если чистые преданные что-то скажут, что, то тогда этот чистый преданный поймает его, ну, вот этого человека, который майявади, он просто этот преданный может несколькими словами обличить всю его майяваду, хотя этот майявади может быть в форме ачари или какой-то другой уважаемой одежде, и мы должны принять вайшнави пратиштху, не всю пратиштху, не любую пратиштху, которая приходит, мы ее не можем принимать, а должны принять именно вайшнави пратиштху. Что значит вайшнави пратиштха? Шрила Прабхупад говорит, вайшнави пратиштха – татакараништха. Вот это шлоку. Вайшнава пратиштха значит любая пратиштха, которая приходит к вам, когда вы находитесь на пути садгуру вайшнавов, на пути бхактивинодара, то любая пратиштха, которая приходит к вам, она не осквернит вашего сердца, и это зовется вайшнава пратиштха. Любые гирлянды, пранами и все, что приходит к вам, вы можете попытаться. И вы не сможете изменить сердце чистых гуру вайшнавов, они не примут это. И вот любая пратиштха, которая приходит к вам, вы должны эту пратиштху передавать вашей гурварге, и это зовется вайшнави пратиштха. И поэтому можно вспомнить, давно я говорил о экаян падьяте, такой однонаправленный путь. Экаян падьяте значит отдельно мы не можем пытаться обрести пратиштху, а если мы находимся у лотосных стоп Гурупад Падмы Садгуру Вайшнавов, то вся пратиштха, которая приходит к нам, мы можем принимать ее, и это зовется экаян падьяте, экаян панха. Безраздельная преданность, и тогда любой почет, уважение и все, что приходит в вашу жизнь, вы предлагаете это все лотосным стопам нашей гурварги, и это не оскверняет вашего сердца. Когда вы полностью утвердились в бхактивинодаре, то тогда ваша пратиштха, вайшнави пратиштха, иначе это не... Иначе она может, если это не вайшнава пратиштха, то она может сбросить нас с пути бхаджана. И вот майявад вичар в различных формах приходит в вашу жизнь. И вот майявад вичар может прийти в вашу жизнь в различных формах. И как, насколько далеко мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, чтобы определить это, мы должны понять, что говорит Шрила Прабхупад. И если мы принимаем что-то отличное от того, что говорит Шрила Прабхупад, чтобы получить какую-то славу, почет, уважение, это неплохо. Вот внешне может быть какой-то человек на показ являет себя как Тринадапи, показывает смирение. Говорит о себе, что он очень падший, ничего нет у него такое. Пришел на собрание, чтобы слушать что-то, не говорить, а какие-то глупые люди могут подумать, что этот человек очень смирен. Foolish people, they can immediately understand. He's very humble, Maharaj, so humble.
But if there is any pure devotee, he can arrest him. Но если есть какой-то чистый преданный, он может поймать его, обличить, что он майявади, поскольку внешнее его проявление, его слабости, это тоже он спланировал, чтобы получить почет и уважение. И вот какие-то люди, которые говорят о себе, что они падшие, ничего у них нету и прочее, прочее, такое смирение являют, но это не настоящее смирение, просто чтобы прослыть таким смиренным. И это плохо, это подобно испражнениям. And this is the procedure through which those Mayavadis, those impersonalists, they are very demon. Через которые майявади, имперсоналисты, всякие демоны, хотя внешне могут не смиренными казаться, но внутри как леопарды. Очень, очень опасные, хотят убить нас, закончить нашу духовную карьеру, но те, кто утвердились в лотосных стопах Гопад Падмыши и Прабхупады, как можно их убить или как-то остановить? И много людей хотели убить Шрилу Прабхупаду в Пури, в Майяпури. И просто из-за того, что Шрила Прабхупад хотел говорить и говорил об абсолютной истине, и единственный у него был такой недостаток, который не нравился людям. Еще есть такие люди, которым не нравится, что какие-то вайшнавы говорят об абсолютной истине, они предпочитают быть обмануты кем-то, какой-то ложной философией. Get this kind of, you expect this kind of behavior? If Guru Vaishnava is going to give me some false pratishtha, если Гуру Вайшнава не будут выражать нам какую-то ложную пратишту и не предостерегать нас от неправильных вещей от апасиданты, если Гуру Вайшнава не поймают наши... Поймают нас за наши какие-то неправильные слова, действия и желания, то такие люди обычно возмущаются, что если они двигаются в каком-то неправильном направлении, то если их не одобряют, то они обижаются. Enjoying mood, I have some enjoying mood inside, then we can say we should leave that Guru Vaishnava. They have no Vaishnavata. Then they have no adjustment power because we should throw them out. When Prabhupada speaking, когда Шрила Прабхупад говорит, that we are going to leave, что мы, only for a few days, so, under the живем очень короткое время в этом мире, буквально несколько дней, то приняв прибежище у Ашрая Виграхи, мы должны находиться в полной гармонии друг с другом. И вот мы должны находиться и совершать служение этой Вишая Виграхи под руководством Ашрая Виграхи. Шрила Прабхупад говорит, но что мы, я говорю, но имеется в виду какой-то такой человек. My vichar is that to reconcile. Oh, adjustment mean chit jaro samannoy. Chit, transcendental and matter. Jaro, adjustment. Matter, chit, main transcendental chit and jara can never be adjusted. Chit and jara, matter and antimatter, I mean transcendental things, can never be adjusted. Трансцендентные и материальные вещи. I am speaking, Maharaj,
to run a mart, to run a spiritual society, we must do adjustment. But Prabhupada not speaking this. Они никогда не могут быть. Не могут быть в гармонии, в полной гармонии с друг с другом. Когда я говорю о каких-то великих вещах, но смотрите, если этот человек не имеет шаранагати, не может доказать, что у него есть даже простого шаранагати, но говорит о каких-то великих вещах, как Рупануга Баджани, например, то как это возможно, я вот не понимаю. Хотя даже простого шаранагати, если нету, то основы нету, даже детский сад не закончил, такой пример материальный, то как он может говорить о каких-то великих, высоких вещах, таких как Рупануга Баджан, и насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, можно обнаружить, если вы не глупы, в Патравале я могу найти, там говорится, что мы всегда должны говорить о расе, о проявлении расы, которые выражают преданные о бхакта-расах. Различные преданные, они выражают эти расы, и мы должны говорить на эту тему. Шрила Прабхупада говорит в своих письмах об этом все время, мы должны обсуждать трансцендентные расы тех преданных. Бхактивинода Тхакур говорит, какой уникальный баджан он совершает. Ашрая Виграха значит Гуру и Вайшнава, а Вишая Виграха значит Кришна. А если мы хотим отказаться от Гуру Вайшнава, то что толку, если мы хотим отказаться от этого и сделать что-то новое, то посмотрите в этом случае, насколько далеко такие люди отклоняются от пути Шрилы Прабхупады. Мы должны вот понять, насколько мы отклонились от того, что Шрила Прабхупада говорит нам. И вот так эти майвады и персоналисты, как нас, сколько много планов они строят на наш счет, то мы не сможем совершать чистую преданность, если будем попадать под влияние этих майвады. Чистая преданность, она очень и очень редка и практически невозможна. Если мы и вот повторяем, харинам, рано встаем, то вот кто-то думает, что все, что вы делаете, это бхакти. Например, кто-то в 4 утра встает, но какое отношение это к Кришне может иметь? Вы раньше встаете утром, чтобы вам удобнее было телу, уму, чтобы что-то сделать, кто-то много стотр читает, например, но какое отношение к Кришне это имеет, кто-то пытается защитить свое тело Нарисимха Кавачами или еще чем-то. Или кто-то пьет молоко, но к Кришне какое отношение это имеет, или кто-то 3-4 раза в день моется, то какое, что Кришна получит от этого? Кто-то в даме, например, живет. Группат Падма, он шутил. In writing also Guru Maharaj writing. И вот в статьях каких-то Гуру Махарадж писал, что кто-то думает, например, живет в Матхе, но живут в Коматхе. Коматхе, ну буквально то ли значит. И вот Гурудев говорил, что некоторые люди думают, что живут в Матхе, а по факту живут в Коматхе. Как, например, эти насекомые всякие, и черви, они тоже в даме живут, занимаются своими делами. Ну, тоже можно наблюдать, что или какие-то люди нежелательные появляются.
или шум какой-то, ну, какие-то эти мешающие вещи, и вот или какие-то люди хотят коммерцией заниматься под видом жития в даме, кто-то ачарья даже может быть и быть этим бизнесменом, и как же защититься от всего этого. Много проблем возникает, и как же защитить себя. Я вот, вот кто-то много стотр читает, но читаем ли мы эти стотры ради того, чтобы Кришна был доволен, или просто ради своей защиты? И это наша бхакти. И вот Яшодама утром может встать и будет она читать стотры, смотрите. Яшода с самого утра, она служит Кришне, не читает всякие стотры, мантры, а у нас нет настроения служения, в этом главная проблема. Каков наш успех? Все 24 часа в сутки, если мы сможем занять себя в служении, это и будет совершенство нашего баджана, баджан ситхи. Если вы сможете эту тактику, технику, как занять себя в баджане, в севе все время, и это зовется такая тактика баджана. Если вы поймете, что сделать для того, чтобы Кришна, Гуру и Гауранга были довольны, то это есть настоящий баджан. Кто-то повторяет 50 тысяч святых имен или 25 тысяч, но это не всегда. Кришна не всегда доволен этим. Если вы сможете буквально продать себя лотосным стопам чистых гуру Вайшнавов, то даже не в тот день, а в тот момент вы получите результат, вы почувствуете огромную силу. Какие-то люди из Вриндавана, и вот преданные из Вриндавана сказали, что когда я слышал вашу харикатху, что Лакхаринама может за 4 часа повторять, я думал, что это невозможно, но сейчас, по вашей милости, я... У меня это получилось за 4 часа Лакхаринама повторять. А почему? Поскольку он совершает тот преданный настоящее служение. Не ради славы и почета. Нет, он совершает ванисеву ради самого служения. И поэтому он обрел силу. А если мы эту силу будем злоупотреблять ей, то будем наказаны. И вот таким образом все время мы должны понять, что чистая преданность, безраздельная преданность – это не шутки. Бесчисленные философии есть на рынке, много вещей всяких. Я не могу предостеречь вам. Я могу предостеречь вас, чтобы вы не ходили туда, но как я могу защитить вас? В тот день, когда вы откажетесь от Анибхилаша, различных корыстных желаний, и в тот день, когда вы обнаружите, что все корыстные желания ушли из сердца. И вот в тот день, когда вы это обнаружите, любые желания чистой Гуру Вайшнава, Шри Чайтаньи Махапрабху, Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, это должно быть, они должны быть наши желания. Если наше сердце будет находиться в гармонии с чистыми Гуру Вайшнавами, то тогда мы получим результат. А если этого не будет, то как мы можем получить эту силу? Эта сила не явится в нас. И вот смотрите, и это план Майявади как-то к нам очень так красиво, сладко подойти. Они могут изменить то, что написал Кришнадас Кавираджи Вьясадев в Бхагаватам. Кто-то вот меняет их слова. Лочандас Такура меняют слова как... Или дух статей Шилы Прабхупады.
меняют, и вот такие люди, которые под видом перевода меняют статьи Шрилы Прабхупады, это очень плохо, и такие люди только в ад попадут. И после того, как они ставят свое тело, куда они попадут, и что будет с их деньгами после их смерти? All your money, power, all everything, все деньги, вся власть, все пропадет. So this way, и вот таким образом Mayavadi always going to put us in trouble. Майявади, они всегда нам какие-то проблемы, беспокойства приносят. Mayavadi going to put us in trouble. So Kapatya and Anugatya. И вот Капатья и Анугатья — это две различных совершенно различных вещи. Капатья — лицемерие, и Анугатья — последование, самопредание. Это совершенно противоположные вещи. И как мы можем ожидать, что мы станем успешны, если не следуем тому, чему нужно следовать? Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в своих статьях, если есть какое-то лицемерие, то человек, он принимает прибежище у лжи. Я уже говорил, под именем Харигатхи и Харибаджана, люди говорят полуправду, а эта полуправда, она хуже, чем ложь. И вот если есть какое-то лицемерие, то мы не можем ожидать Анугатья. И тогда Шрила Бхактивинода Тхакур может вывести нас, как мусор, с этого рынка святого имени Намахатя. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что значит сатсанга? Что значит сатсанга? Сатсанга значит те, кто... Ну, какие-то люди думают, что сатсанга — это общение с теми людьми, которые не предостерегают ни от чего. Но Бхактивинода Тхакур говорит, что сатсанга — это общение с теми людьми, кто искренне имеют качество ништхапад. И вот просто сердечные, и вот если нет никакого лицемерия в двуличности в нашем сердце, то тогда по милости Гуру Вайшнава мы поймем учение Шримана Махапрабху. Если наше сердце очень просто, чисто, вот как в этой шлоке говорится, you are not going to take any pratishtha, you are less interested. Then you are saran. Then you are saran. Then you can get kippa. So antara bahire samabhavar means what is there? И вот если мы просты, то тогда мы обретем милость. Что это за качество? Это значит, что мы должны говорить то, что мы думаем. И вот сарал значит нишкапот, ну, имеется в виду как качество, то есть нет двуличия, и мы должны говорить то, что думаем, и, а не так, что говорим одно, думаем другое, делаем третье. Вот это не пойдет. И вот сарал и нишкапот, те, кто не лицемерны, не двуличны, и их сердце просто, те, кто не ожидают никакой пратишти в свой адрес. Сарал значит, нет никаких желаний, посторонних желаний в своем сердце. Вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, сатсанга — это общение с теми, кто, у кого нет желания получения славы, и в то же самое время те, кто нишкапат, те, кто нет никакого лицемерия в их сердце. Те дустарам матитаранти ча дева майям.
Но мамахум ити дхи со сигала бхакше. So what is written in Bhagavatam? И вот что говорится в Бхагаватам. What is written? That то, что the Anantadev, Anantadev, Jesham Saesha Bhagavan, Dayaed Ananta. Anantadev mean? Anantadev значит Akar Guru Tattva. Akar Guru Tattva имеется в виду Гурудев. 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 Анантадев. Анантадев. Баладжи Махарадж. Баладев, Баладев Махарадж. Ешо Бхагаван Дайоед Ананта. Сарватмана Аситападам Джоди Нирваликам. You are going to get full kripa of Nityananda Guru Tattva, Akar Guru Tattva. И мы должны получить полную милость Гуру Таттва. Who is not going to show duplicity. И те искренние и нелицемерные люди, которые из самой глубины своего сердца преданы лотосным стопам Гуру Вайшнавов, они получат милость. И when you are less interested to get Pratishtha, then automatically the whole world is going to get Pratishtha. Заинтересованы в Пратиштхе, то тогда это Пратиштха, и весь мир хочет выразить нам почтение, как Мадхавенда Пурипад, Вишна Вайшнава Раджа Сабха. Она всегда хотела открыть нам эти секреты. Мы хотим увеличить количество участников Вишна Вайшнава Раджа Сабхи, но наша Гурвага ушла, и сейчас такое плачевное состояние, что мы хотим, so that you can take up this job of cleaning the whole world is impossible almost. Но это практически невозможно, чтобы увеличить количество участников Вишна Вайшнава Раджа Сабхи и очистить весь мир. И вот с самой глубины своего сердца мы должны выражать почтение Гуру Вайшнавам, и тогда не будет никакой проблемы. Джоди Нирваликам значит Нишкапад. И вот я уже сказал, простосердечие, простота, такая прямость сердца, нелицемерие, искренность, и тогда мы сможем автоматически получить милость Анантадева. Only and only they can cross over this painful, fearful material ocean. И только такие люди могут пересечь этот материальный океан. Даже после принятия саньясы, ну вот какие-то люди после принятия саньясы даже привязаны к женщинам, и такие люди, они майвади. Махапрабху не может выгнать вас, но Майадеви выгонит. Поскольку если мы получим что-то от Махапрабху, это благо, но Майадеви это совершенно другое. When in toto everything и вот если какие-то люди, они ожидают служения от других, это очень плохо. И вот пересечь этот материальный океан, это не так просто. Кто-то может принять саньясу, брамачарию, или домой вернуться, следовать брамачарю, врать, или чему-то еще, но результат каков от этого? Всегда и везде вы должны думать о том, как можно удовлетворить Верховного Господа, что сделать, чтобы Господь был доволен нами. Пересечь этот материальный океан не так просто. Дева Майям значит dangerous Deva Maya. Опасная Дева Майя. Дева Майя, она может явиться в различных формах перед нами. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, о Удав. Майя, она может прийти в различных бесчисленных формах перед тобою.
И в Бхагаватам Кришна говорит Удаве. Пролобхитаха патати андхе тамаси агну патангават. Дришта стриям ясит камини ясит канчан ясит патиша ясит so lucrative that you cannot avoid the attraction of those things. Майя, она настолько привлекательна, что не все могут, далеко не то, что не все, почти никто не может не привлечься этой привлекательной Майя Дева Майя. Гурупад Падма обычно говорил и смеялся, что о Баба, они вот говорят с женщинами в открытую, они не знают, что если эти женщины захотят нарушить ваш обет брамачари или саньяса, то очень запросто это сделают. Майя, она так с легкостью может нарушить все ваши обеты, и они очень могущественны. И вот Дриштва-стриям, Дева-майям, Тадбавай Аджитендрияха. Даже Шанкар Бхагаван, он хотел увидеть лилу Махини. Кришна сказал, что толку нет, я хочу увидеть. И когда Махини Аватара явилась Шанкару, Шанкара, он Мритюнджай, Каманджай. Но Кришна засмеялся и спросил, что случилось, ты Каманджай и Мритюнджай. Тот, кто победил вожделение и смерть, но он не смог устоять перед Кришной в образе Махини. Аджитендрия. Дришпа стриям девамайам тадбхавай аджитендрия. Пролобхитаха патати андхе тамаси агну патангава. Just like insect, they are firing, they are jumping into подобно fire, тому, как you know? Насекомые летят в огонь. Just before Kali Puja, вот перед Кали Пуджи особенно много насекомых появляется. Они летят в огонь и сгорают в нем. So this way actually Prolobhita Patatyandhe. So Deva Maya, Deva Maya, Devi Maya, она может явиться в различных формах. Кришна говорит, Удаве, о Удав, если кто-то принимает решение соблюдать саньясу брамачарию, то Майя, она является в различных формах, чтобы сбросить такого человека с пути баджана. Даже если не чувствуют какое-то влечение, много раз я говорил об этом, и Шрила Прабхупад говорил, в начале всего мы должны избавиться от влияния, от влечения и отвращения в одной семье, вот три, может быть, человека только, дочь, отец и мать. They all staying in separate island. Ну, могут быть, буквально каждый на своем айсберге, и нет понимания места взаимного отец как-то отдельно. Ну, они как бы в одной квартире живут, но отдельно друг от друга. И как они могут ожидать, что они могут совершать харибаджан, если они могут найти гармонию с отцом, матерью, детьми? Как они могут совершать харибаджан? Харибаджан возможен для тех, кто может прийти в гармонию со всей Вселенной, но это не значит, что они могут быть в гармонии с Майяваде. Это неправильно. Пытайтесь понять это. Чистый преданный может видеть, что каждый совершает харибаджан, только я не могу. They are all staying in separate islands. They all like to maintain their own privacy. They want to protect their own privacy. How they can expect no adjustment, no mutual cooperation, attraction and repulsion. She cannot look him, she cannot look adjust this kind of always disparity, repulsion.
И вот как пока мы чувствуем влечение и отвращение, мы очень далеко от лотосных стоп Шрилы Прабхупады. И вот Йошитсанга, Йошитсанга Тяг и Асатсанга Тяг и Вайшнавачара. Асатсанга значит Йошитсанга, Йошитсанга значит Йошитсанга и Кришна Бхакта Ар. Я уже сказал в начале то, что я не Я не поддерживал каких-то матаджи или питаджи. Я поддерживаю Шрилу Прабхупаду и Бхактинанда Такура. Не думайте так. И вот эти матаджи должны быть также очень осторожны. Они должны защищать себя таким образом и вести так, чтобы обусловленные души, которые следуют брамачарьи, не чувствовали никакого влечения к ним. Они тоже должны думать об этом. Они должны думать, что они пришли на путь баджана, если кто-то пришел, то как мы можем их как-то пытаться столкнуть с пути баджана, это плохо. И вот Шрила Прабхупада говорит, не то, что те люди, мужчины чувствуют влечение к женщинам, но и наоборот тоже, это тоже применимо на пути баджана, поскольку мы интересуемся именно дживатмой, а не телом, именно душой. И согласно карме мы получаем конкретное тело, кто-то тело мужчины, кто-то тело женщины, в следующем рождении может быть наоборот. Кто может сказать? И вот и такой круговорот происходит постоянно. И чтобы защитить наш баджан, мы должны быть очень осторожны все время и следовать Шриле Прабхупаде и Бхактинанда Такуру все время. И вот согласно наставлению Рупа Госвами Пада, мы должны следовать этому и все, что благоприятно. Для Харибаджана мы должны принять то, что неблагоприятно для Кришна Баджана, мы должны отказаться от этого. И вот согласно этой шлоке, все, что благоприятно для Харибаджана, мы должны принять, а мы, к сожалению, принимаем то, что благоприятно для нашего тела и ума. И как же в этом случае избежать асатсанги, асатсанга тяг и вайшнавачар? Если мы хотим стать вайшнавами, то первое, что мы должны сделать, мы должны избежать бесчисленной асатсанги. И что такое асатсанга? И сатсанга мы должны осознать через Харикатху. Мы должны осознать, Шрила Прабхупада говорит, если вы совершаете Харибаджан и не оставляете асатсанги, то это предостережение для нас. Если мы, вот, например, едим много различного вкусного просада, но кто-то думает, что хороший просад, вкусный просад, но тело не получает питание, поскольку у человека могут быть эти глисты, и они поедают все, что человек ест. И вот Шрила Прабхупада такой пример приводит, что до тех пор, пока вы не сможете избегать все сатсанги с полной решимостью, даже если наш отец асатсанги, то мы должны отказаться от него. Хотя внешне можно жить в одном месте, но не общаться никак. И вот, чтобы понять эту шлоку, что такое анукул, что такое пратикул, что такое
благоприятное для бхакти, а что неблагоприятное, чтобы понять это займет долгое время для вас, поскольку вы не слушаете Харикатху должным образом. Шрила Прабхупад говорит, сатсанга, значит, вы должны избегать сатсанги полностью, иначе вся суть вашего баджана, эти глисты съедят всю вашу пищу, и вы не будете насыщены, и почему различные проблемы приходят. Мы должны видеть весь мир в связи с Верховным Господом. И если мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупад никогда не говорил, что это мужчина, женщина или еще что-то. Нет. Шрила Прабхупад видел, что все в связи с Кришной, весь мир. Любые вещи, которые приходят к нам, наша жена, дети, собственность, все это предметы для Кришна Бхаджана, то, с помощью чего мы можем совершать Кришна Бхаджана. У нас не должно быть склонности к наслаждению. И вот чистые преданные всегда думают, что все прямо или косвенно они используют, чистые преданные все используют в Кришна Севе. Капатата. У нас не должно быть склонности к никакому двуличию, лицемерию. Лицемерие только Кришна может быть двуличным. Только Кришна, он верховный наслаждающийся, и он может наслаждаться. Мы не можем являть такую склонность к наслаждению. Кришна, он оставляет за собой полное право наслаждаться. И лицемерить тоже Кришна может, но это только Кришна. И чистые Гуру Вайшнавы, как они? Как они? Вот Горкишор Дасбабджи Махарадж, может кто-то сказать, что он тоже лицемерен, но нет. Горкишор Дасбабджи Махарадж часто говорил Шриле Прабхупаде, Амар Прабху, вот такие слова он говорил, о мой Господь. Пытайся занять себя в Харибаджане. Но те люди, которые приходят беспокоить тебя, то обмани их как-нибудь, чтобы они не беспокоили тебя и не отвлекали от Харибаджана. Только чистые Гуру Вайшнавы, у них может быть такое сладостное лицемерие. И те, кто совершает настоящие Кришна Бхаджана, не очень разумны. Как совершать Кришна Бхаджана, они знают, как поддерживать свой Кришна Бхаджан, как одурачить кого-то. Поскольку кто-то хочет пратиштху, и такие люди не получают пратиштху. И таким образом, такой секрет Кришна Бхаджана, и когда мы будем обсуждать это о Шриле Прабхупаде и Радхадасе, мы все это обсудим. И вот смотрите, анугатья и лицемерие – это полностью противоположное. И все время мы должны следовать Сваруп Госая. И под руководством Сваруп Госая мы должны определить этих майавади и выгнать их из Кришна Бхаджана. И вот мы должны выгнать их из рынка святого имени. И как же понять? Поскольку много случаев случилось в прошлом, some devotee came
перед Шрилой Прабхупадой какие-то преданные приходили, но услышав Харикатху буквально день или два, то очень беспокоились, что Шрила Прабхупада говорит так, что значит, что только Прабхупад саду и никого больше нету, нет, не могу тут быть, ухожу. Но его друг этого преданного Парамананда, он сказал, что пожалуйста, послушайте еще, слушайте Харикатху, которую говорит Шрила Прабхупада. Пожалуйста, слушайте, не уходите. Хотя бы недельку послушайте, и тогда постепенно вы поймете. Тогда по просьбе своего друга Парамананды Прабху, о, хорошо, давай послушаем. И вот послушав несколько дней, он понял, что действительно такая харикатха, она очень редка, и это подлинная харикатха. Мы думаем, что харикатха – это какое-то наслаждение. Но харикатха значит трансцендентные слова. Мы можем слушать трансцендентную речь и получить возможность очистить свое сердце. Это есть настоящая харикатха. А кто-то думает, что кто себя хорошо ведет, как-то мягко говорить, то это харикатха, но нет. Вы хотите избавиться от своей болезни и не верите доктору, то как это возможно? Если вы хотите исцелиться от какой-то болезни и не доверяете доктору, то что доктор может сделать? Гуру Вайшнавы хотят исцелить вас. Но мы не должны спорить насчет того лекарства, которое они дают нам. Оно может быть сладко, кисло или горько. Мы должны без всяких аргументов принять это лекарство. И вскоре мы обнаружим, что наша болезнь прошла, и мы сможем занять себя в Харибаджане все время. И мы должны знать эту технику, а не то, что можем давить на Махараджа, что давайте Харинам, то, что вы будете делать с ним. Сначала вы придите в гармонию с ним. Махарадж говорит, что нужно следовать всем правилам и предписаниям чистоты. Кто-то, например, пошел побрился в какой-то брадобрине и даже не помылся, уже пришел домой и осквернил все. Мы должны поддерживать внешнюю и внутреннюю чистоту. Мы должны слушать Харикатху и постепенно вы обретете силу, чтобы контролировать ваши органы чувств. До тех пор, пока у вас не будет возможности иметь контроль над вашим умом и органами чувств, как вы можете совершать харибаджан? Вы не можете даже 16 кругов харинама повторить, поскольку харинам такой материальный. Насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады? Кто-то думает, что харинама нечто отдельное, а другое все тоже отдельное. Но нет, Шрила Прабхупада говорит повторять харинама и встретиться с самим Хари, это не отлично друг от друга. И вот судя поэтому вы можете определить, насколько вы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада говорил, мы должны совершать служение без надежды, без ожидания получить что-то взамен. Но мы часто так не делаем, ожидаем что-то от своей гурусевы. Что же за гурусева это? И поэтому мы не получаем могущества и силы от такого служения. Мы должны думать, что хотел сказать Шрила Прабхупада, поскольку один махарадж, другой махарадж, третий дают какие-то советы, но вопрос вам. Возьмут ли они на себя всю ответственность за вас? А вот если возьмут, то тогда можно следовать им. А если не осмелятся взять на себя всю ответственность за то, чтобы спасти вас из этого материального мира, то тогда
вопрос. Никто не может взять ответственность за вас. Только на словах могут говорить и взять ваши деньги, почет, уважение, ответственность за ваше освобождение. Никто не может взять. Такие люди часто собственное общество не могут поддержать и пытаются какие-то храмы строить. You are like Prabhupada. И кто-то вот сравнивает себя с Прабхупадой и строит храмы, но не разобравшись в текущих проблемах. И вот таким образом, день за днем такие люди, они призывают проблемы в нашу сампрадаю. Кто-то только стремится к пратиштхе и... И не смотрит ни на что иное и никаких решительных шагов для улучшения ситуации, для спасения сампрадаи не предпринимает. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что мы должны глубоко подумать над тем, как спасти сампрадаю. И Харикиртан, Харикатха – это главное. Шрила Прабхупада иногда... Prabhupada sometimes used to do banchana to give false pratishtha to somebody. But in the Vani Swarupa какую-то ложную пратишту кому-то выражал, но в Вани Сварупе Шрилы Прабхупады нет никакого лицемерия. Те чистые гуру Вайшнавы, они ведут себя, может, так, их тактика баджана такова. Горкишор Баба, Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, они, глупые люди, не понимают их поведения. Но в их Ване Севе, когда мы следуем Ване Сварупе чистой гуру Вайшнавов, то тогда you can get full answer. Мы получаем полный ответ. Иногда они могут прийти к нам, как-то пошутить с нами. Но пытайтесь быть очень осторожны. Когда вы изучаете Вани, совершаете Вани Севу, то Вани Сварупу этого махаджана вы обнаружите, и там не будет никакого лицемерия, чтобы защитить баджана, чтобы совершать как можно больше баджана и севы. Я много раз говорил, Шрила Прабхупад говорил, я готов выразить почтение вам, если это даст мне какие-то особые возможности для Харибаджана. Если у меня будет возможность служить Кришне, то тогда я выражу вам почтение. В чем же проблема, если это будет служением Кришне? Понимаете, что я говорю? Махапрабху никогда не хотел видеть лица лиц этих джошит-санги. Махапрабху хотел привести пример, поставить мильный камень буквально, как Джагадананда Пандит. Если вы хотите обрести какие-то общения, отношения с Прабху, с Господом, вы должны быть очень осторожны и помнить о истории наказания Чота Харидаса. И вот Махапрабху, он хотел показать нам, как поддерживать свою жизнь. Но это не значит, что Махапрабху ненавидел женщин. Нет. Махапрабху хотел привести нам пример. В один из дней я могу рассказать об этом, что Махапрабху говорит, что гораздо лучше принять яд, чем общаться с Джошит Санги. Понимаете, о чем я говорю? Насколько опасно это. И вот те чистые гуру Вайшнавы, они не
дают нам советы, чтобы мы ненавидели Матаджи. Они не учат нас ненавидеть Матаджи, нет. Но мы должны принять то, что благоприятно. И вот, когда внешне мы привлекаем все внешней формой, то пока мы думаем об этой внешней форме, у нас нет права проповедовать, поскольку мы будем видеть только внешние вещи, прекрасные женщины там или еще что-то внешнее. У нас нет права проповедовать, пока вы заняты своим вот этим внешними вещами, внешним образом всего, то это мы не должны проповедовать. Брахмачари и саньяси должны быть очень осторожны в сердце, не только внешне показывать отречение. Это майвада. Как, например, Шуклам Брахмачари, если он ест одно молоко, то какое дело это до Махапрабху? Махапрабху говорит, что если ты пьешь одно молоко, это не значит, что ты обретешь меня. И вот если вы следуете каким-то правилам и предписаниям, вы встаете в 3 утра, например, каждый день, это не факт, что вы Кришну достигнете. Вы все должны сделать ради Кришна Баджана, и вы должны делать это. И вот брахмачари и саньяси, они не могут брать детей на руки, например, и целовать ее. Вот, моя мать была очень строг. С крыши смотрел какой-то брахмачари, он взял этого ребенка какого-то с рук матери, начал целовать его. Я хотел ударить его. Все были против, но я сказал, что Махарадж – это скрытое вожделение, то, что вы делаете. Мы не можем брать какого-то маленького ребенка на руки, чтобы поцеловать. Можем даже благословить, любить его, но на расстоянии. Поскольку если мы разовьем это желание грехастха дармы, то это очень опасно для отреченного плода жизни. Это зовется пассивное вожделение. Оно может явиться в различных формах, чтобы принести проблемы. Конечно, мы можем любить таких маленьких детей, но прикасаться к ним нельзя. Это не значит, что мы должны все нарушать и какие-то что-то внешнее проявлять. Махапрабху никогда так не делал. И вот Махапрабху, он хотел дать нам такой пример, что не должно быть никакой склонности к наслаждению. Махапрабху никогда не говорил «стри самбхасане». Махапрабху, почему Чхета Харидас был наказан? «Стри самбхасан». «Самбхасан» значит «говорил с женщиной». С склонностью наслаждения, такое у него скрытое желание было. И Махапрабху, как параматма, пребывающая внутри его сердца, Махапрабху это заметил, и вот это «стри самбаса» называется. И поэтому Махапрабху очень разгневался и сказал Джагат Ананде Пандиту: if you want to maintain a nice, sweet relationship with Gauranga, если вы хотите поддерживать прекрасные отношения с Гаурангой, вы должны помнить о этой теме с Чхета Харидасом. Чхета Харидас, you must. Mahaprabhu speaking. И Махапрабху сказал. Mahaprabhu speaking. Bhairagi hriya kare stri sambhasan. Dekhite na pari ami tahar badan. They have taken vow. Они приняли обет жить как саньяси, брахмачари, как отреченные, но смотрите, что они делают, наслаждаются общением с женщинами, просто разговаривая, это скрытое вожделение, и я не могу простить их. Какие-то люди посторонние могут быть прощены, но те, кто вошел в отреченный уклад жизни и следует этой ложной отреченности, ложному отречению, то Махапрабху никогда не простит их. Махапрабху can never excuse them.
Шрила Бхактивинода Тхакура Прабхупад, как я могу знать, что, конечно, для проповеди именно иногда мы проповедуем всем, и женщины встречаются, и другие, и Шрила Прабхупад сказал, что если у вас нет склонности к наслаждению, что только для удовлетворения Гуранги Махапрабху, для сочетания вани вы можете выступать перед публикой, но это не значит, что вы общаетесь с ними, вы даете им свое высокое общение. Саду, если он спасает кого-то и сам падает в процессе этого спасения, то что толку? И это не позволяется. И вот Махапрабху в Гауди Сиданте говорится, что мы должны избегать склонности к наслаждению. Много людей приходят к нам. Махапрабху показывает такой идеализм. Он проверяет нас, чтобы каждый не мог думать, что Махапрабху позволяет говорить с женщинами или еще что-то. Нет, Махапрабху, он приводит такой пример, чтобы мы были очень осторожны. И что это значит в процессе проповеди? Не значит, что мы не можем встречаться с женщинами. Могут тысячи женщин прийти, но отдельно, лицом к лицу, нельзя с ними встречаться. Если какие-то вопросы есть, мы должны прийти с мужем, братом или там, сыном, или с храма настоятелем, по крайней мере, наедине нельзя разговаривать с матаджи, с женщинами. Это учение Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. И так по нашему отношению к этому мы можем видеть, насколько далеко мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. И вот Махапрабху говорит: что если кто-то принял обет жить как брамачари и саньяси, и они имеют скрытое вожделение в своем сердце, то как я могу простить их? Я не могу видеть их лица. Те, кто собирают деньги, положение в обществе и прочее, Шрила Прабхупад говорит: пускай Господь благословит меня, чтобы я не видел их лица всю оставшуюся жизнь. Те, кто собирают деньги, славу, почести, уважение и используют это для своих корыстных целей, то я прошу Верховного Господа, чтобы Он благословил меня, чтобы я не видел их лиц всю оставшуюся жизнь. И вот мы должны понять сердце Шрилы Прабхупады, и мы должны определить, как, насколько далеко мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. И также согласно этой шлоке, о которой я обычно говорю. И в следующий день тоже я буду говорить об этом. До тех пор, пока вы не чувствуете огромное влечение к Гуру и Вайшнавам, все ваше знание шастра, богатство и все прочее будет бесполезно. Балаван адорой ясо насад гуру падамуде сутоир апитасо сасастраир кришне бхакти наджаяте. You will have to calculate. Мы должны подсчитать, что все наши действия, они ради того, чтобы Кришна был доволен или нет. Кто-то в 4 утра встает, например, но если Кришна недоволен этим, то что толку? Кто-то экадаши соблюдает, но если Кришна недоволен этим, то что толку? Или кто-то так много стотр и прочих молитв читает, но если вы сможете делать все, что все для удовлетворения Кришны, то это очень хорошо, это очень благоприятно для бхакти.
И тогда вы поймете. Иначе вы не поймете то, что говорит Шрила Прабхупад. Я детально, конечно, объясню, что те, кто видят весь мир в связи с Махапрабху, с Кришной Чайтани, в тот день я говорил, все, что вы видите, это ваш Гуру Падпаднам в различных формах приходит к вам, чтобы проверить вас в форме прекрасной женщины, практически славы. Он приходит к вам в различной форме, чтобы проверить вас. Гуру Ананта, Анантадев, он Гуру, и Ананта значит в бесчисленных формах, он может прийти, чтобы проверить вас, испытать вас. To test me, if I am failure, если я падший, то я могу сойти с пути баджана. Будьте осторожны. Но это не значит, что Махапрабху дает пример Шри Чайтанья Чаритамрите. Даже вот какая-то манекен, это статуя Матаджи, если ну, вот манекены, которые одежду продают, они обычно одевают эту одежду на какие-то манекены, и Махапрабху говорит, что даже вот такая статуя, Дару Пракити Харе Мунуропи Мон, even one Матаджи, very nicely decorated. With nice garment and this that. Munarupimon, Mahaprabhu speaking, even Munirishi. И вот Махапрабху говорит, даже Мунириши могут вот от такой прекрасной статуи могут почувствовать влечение к ней. And also one thing I in this respect I can discuss only in this big area. Это очень обширная тема. So Balona Khaibe or Balona Paribe. И следующая балана Акаиби, балана Парибе, если мы соблюдаем брамачарию, саньясу, и у нас нет права слишком красиво одеваться, какую-то изысканную одежду использовать, поскольку говорится, Шрила Прабхупада пишет «Балана Кхаибе», «Балана Парибе». То есть мы не должны есть слишком изысканные вещи и слишком изысканно одеваться. А почему? Поскольку это против баджана, но для Юкта Вайраги, как гопи, например, делают, то тогда нет проблемы. С настроением Юкта Вайраги это очень сложно. Если мы это делаем, то проблемы нет, но кто может определить? Что вы делаете что-то правильно или нет, и если вы какие-то прекрасные вещи едите или носите, это очень опасно. А, то есть носить какие-то изысканные вещи гораздо опаснее, чем есть что-то хорошее, поскольку едите вы как бы сами, а другие люди смотрят на вас, на вашу красивую одежду и могут привлекаться и отвращаться, и поэтому это слишком изысканная одежда, она опаснее, чем есть какой-то изысканный прасад. Но опять же, если у вас есть прасад будхи, сознание прасада, то тогда любой прасад для вас будет прасад, а не какая-то еда. Если прасад захватит вас, то тогда это настоящий прасад. А если вы как-то оцениваете просад, что это хороший, сладкий просад, а тут соленый, нехороший, то это уже не просад. А если просад захватит ваше сердце, то тогда это просад. Подлинный просад. Мы не можем наслаждаться просадом. Просад может наслаждаться нами. И такая сокровенная сиддханта, если вы будете слушать тысячи лет, то все же есть сомнения, поймете ли вы сердце Шрилы Прабхупады или нет. В тот день я вынужден был сказать, что если мы
будем пытаться кооперироваться со всем миром, то или будем искать во всем мире, то очень мало людей смогут понять сердце Шрилы Прабхупады. И в эту шлоку я объясню в следующий раз. Я говорю в конце Харикатхи, более подробно в дальнейшем буду говорить о ней. И вот эта шлока, вот в этом аштаке, посвященной Шриле Прабхупаде, такие слова есть. И все хотят неправильно их использовать, неправильно объяснять. Они говорят, что вот мы, этот дед получил дикшу от Шриле Прабхупады, и он спутник Шрилы Прабхупады, но нет, это ложная, неправильная сиддханта. Я могу объяснить это, что далеко не каждый спутник Шрилы Прабхупады, только те, кто хотели, посвятили свою жизнь и душу лотосным стопам Шрилы Прабхупады, они защищали учение Шрилы Прабхупады и Махапрабху, они подлинные спутники Шрилы Прабхупады, не каждый, кто был учеником, кто был его ученик. Шрила Прабхупад сказал такие слова. И вот Шрила Прабхупад, он прочел одну статью и сказал: «Я думал, после моего ухода все закончится, но сейчас у меня есть надежда, что нет течения Бхактивинода Такура, Бхактивинода будет продолжаться. Мы должны посвятить свою жизнь Бхактивинодаре, чтобы поддерживать ее. Мы должны посвятить нашу жизнь и душу, чтобы защитить Бхактивинодару. Я знаю, бесчисленное число демонов много, но мы одни, и мы не должны забывать, что Баладев, он с нами. Мы не одни, Баладев Махарадж, он с нами, и мы не боимся никого. Мы примем, мы откроем ваше подлинное лицо публике. Парамхансаварам параматапатим патитодхароне критабешаджатим джатираджагунай парисеббападам панамами шадам Прабхупадупадам, пранамами сада Прабхупадупадам, пранамами сада Прабхупадупадам, ванчакалпатурвасики басинду бхавеша, патитанам павана бхавешна, бхио намо.